А Сиэль, обычно какие вопросы задают люди, с которыми знакомитесь, или новые люди? Ну, в основном, почему я Чересчур именно белые? белокожая, да. Ну, некоторые не знают, кто такие альбиносы, поэтому большая часть именно такой вопрос задают. А как ты относишься к тому, что ты альбинос? Ну, как обычно, так как это у меня с рождения, думаю, я привыкла. Привыкла, но у тебя был какой-то дискомфорт, прежде чем ты долго привыкала к этому? Да, например, когда я поменяла школу, я же пришла, и все на меня смотрят. Это было даже частично страшно. Я думала, вдруг я никому не понравлюсь или что-то такое будет. Ага. А тебе нравятся мальчики какие-нибудь? Какой-нибудь мальчик? Не сказала бы. Ни с кем не дружила? Нет, с мальчиками я дружила, но не думаю, что мне кто-то нравился. Садик считается? Садик, да, считается. А какие у вас отношения с братиком? Он вас оберегает? Да, он, например, кто-то подойдет, типа спросит, почему мы такие светленькие, беленькие. Он все время подходит и говорит, это мои сестры, у меня есть еще старшие, у меня есть младшие в школе, бегает, говорит всем. Рахмет.